24 и 25 декабря в станице Северской, в универсаме «Копилка» и торговом центре «Гагарин» организовали работу павильонов «Мы вместе» в рамках проекта по поддержке бойцов на передовой и мирных жителей. Каждый желающий мог передать участнику специальной военной операции новогодний подарок или открытку. Жители приносили гуманитарную помощь, в том числе вещи первой необходимости, продукты питания. Кроме того, в павильонах проходил сбор финансовых средств для фонда ОНФ «Все для победы». Организаторами выступили активисты Общероссийского народного фронта при поддержке волонтеров акции взаимопомощи «Мы вместе».